Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру Battle Chasers. В данный момент я нахожусь в Хламограде, где должен найти третью часть пароля у бандита какого-то. Как говорится, вторую, третью мы нашли, нам нужна теперь первая часть, поэтому будем ее здесь искать. Ой-ой-ой-ой-ой, елки-палки. Ладно, хорошо, давайте проучим, кто у нас здесь. Бандиты-лазутчики. Ну что ж, я думаю, с ними у нас никаких проблем не возникнет. Сейчас они у нас отгребут по полной программе. Ну что, Нолан, давай заряжай. Отлично, Малорик. Так, следующим у нас будет кто идти? Гаррисон. Ну что ж, давайте тогда, наверное, сделаем быстрый удар. Ну, я вам скажу сразу, что их мы точно одолеем. Так, удар под их обязательно. Без этого никак нельзя. Ну что же, давай. Нолан, бомби, как никогда не бомбил. И осталось-то всего лишь добить его. Готов огурец. Он все равно мне не особо нравился, говорит второй бандит. Ну, ты нам тоже не особо нравишься, поэтому пора тебе, наверное, сдохнуть. Так, Калибретто сделал удар под дых. И Нолан сейчас у меня сделает что? Ну, я думаю, могучий прием мы не будем с вами тратить. Мистическая стрела, можно, в принципе, ей играть. Ну, и ледяной залп у нас, как вы помните, это заморозка. Сейчас она нам не нужна. Дело сделано, говорит Гаррисон, и, к сожалению, не добивает еще. Ну, как говорится, Калибретто ударом под дых завершает эту серию боев. Готов бандит. И еще одна победа на нашем счету. Кстати, скоро мы получим, наверное, 11 уровень. Ну, а пока идем дальше разведывать. Что у нас тут? Так, буревестники всякие, игломохи и светящийся порошок. Так, записка. Босс хочет, чтобы мы доставили посылку немедленно. Чем быстрее, тем лучше. Вот и весь сказ. Из-за этой посылки нам всем как-то не по себе. К ней, если раз подойдешь, считай пропал. Звучит как бред. Только с тех пор, как мы взяли за эту работу, все и правда как в бреду. Бандиты не самый любезный народ, но чтобы так, все дубасят друг друга, почем зря, и работа стоит, и слишком много увечных ночует в лазарете. Странные дела творятся. Весь чертов склад с клинками смыло в океан. Никто из ребят не хотел его вылавливать, боялись, что если нырнут, уже не выплывут. С некоторыми, честно говоря, так и вышло, но мы его все-таки достали. Подпись смазанная и неразборчивая. Это у нас, ребята, первая записка из трех, которая называется «Передача». Все понятно. Так, ну что ж, поехали далее с вами. Так, а этого надо поймать нам. А, нет, нет, не то, ребят. Я думал, что это бегающий артефакт, но оказался регулятор. Сейчас мы его по-быстренькому разберем. Отлично. Так, Калибретто, давай, наверное, сделаем удар под дых. И, наверное, Гаррисон все-таки должен добить. Чуть-чуть ему не хватило. Ладно, не беда. 61 УЗ. Ну, это еще терпимо. Давай, Нолан. Да давай, наверное, просто сделаем, знаешь, что? Так, вот так вот сделаем. Пускай подлечится. И добиваем ударом. Хотя, зачем я так сделал, ребят? Надо было вначале подлечиться. Ну да ладно. Будет у нас еще время на это. Ничего страшного. Так, что здесь такое у нас? А, это просто комарики летают. А я думал, что можно потрогать, пощупать, активировать. Нам можно идти, как говорится, вправо и вниз. Давайте сходим вниз, вот сюда. Ну, а потом, конечно, забредем и туда. Что здесь у нас такое? Опустился мостик. Для чего? Так, а вот это вот наш клиент. Лови, лови, лови. Вы поймали инспектора. Ну вот я о чем и говорил. Треснувший камень инспектора. Это, ребята, артефакт. Причем халявный. Так, опять у нас здесь, как обычно, загадки с мостиками. Давайте разгадаем этот ребус. Рычажок. И почему-то ничего не открылось. Хм, странно. Сюда идти бесполезно. Тут у нас будет тупик. Так, опять у нас поднялся. Ага, вот оно как. Ну что же, давайте сюда тогда забежим.
сюда проходим. Тут у нас ящик. Кстати, уже телепорт активированный, это тоже хорошо. И еще одна кнопочка. Опускаем. Так, ну мы опустить-то опустили, но... Ха-ха. Там-то закрыто. Черт подери. Слушайте, я могу только нажимать на эту кнопку. Все, понял. И у нас тут сундук. Причем большой. Ух ты. Механопосох там. Защитное кольцо. Давайте-ка посмотрим это все дело. Слабый посох этот. Да, жаль, конечно. А я думал, что-то будет такое стоящее. Но нет, ошибся. Ладно, в крайнем случае мы сможем это все продать. Куда нам идти? Ну, в принципе, идти можно нам будет направо, куда мы хотели изначально. Так, не прокатило, да, по ходу дела? Да, значит, надо несколько раз нажимать на эту кнопочку, чтобы у нас... Вот, вот теперь то, что нужно. Здесь нам больше ловить нечего. Как говорится, комнатка была сделана только ради того, чтобы мы могли здесь забрать сундук. Можно смело отсюда выбираться. Ага. Так, ну, теперь мы можем с вами сходить сюда и сюда. Ну, еще много мест, где мы не были. Эту записку мы читали, мы ее трогать не будем. Так, опять очень много ящиков здесь. Обрывки шелка, в общем, всякая шелупень. Опять же, батарея, 7 золотых монет. Я эти батареи, наверное, скоро, ребята, начну солить потихоньку. Вот только бы найти мне тару. В чем? Здесь, а здесь, по-моему, мы с вами были. Да, это рабочее место механика. В прошлой серии мы здесь были. Так, я и не понял, что он этим хотел сказать. Какой там порядок навести. И у меня такое впечатление складывается, что мы с вами просто сейчас бегаем в данный момент по кругу. Хотя восклицательный знак стоит, значит, какое-то задание здесь есть все-таки. Ну, я его почему-то не могу найти. Забавно, конечно. Ладно, не будем мы здесь долго задерживаться. Побежали туда, где мы еще не были. А именно вот сюда. Так, а если я наверх поднимусь, там, по-моему, ничего нету. И мы вернулись с вами. Здесь мы тоже, кстати, были. Странно как-то. Значит, где-то еще должен быть проход. Ну-ка, давайте-ка вот здесь вот оббежим. Потому что нам нужно идти именно в левую часть. Ага, вот, значит, вот здесь можно было подняться, и мы попадаем с вами на локацию, где еще не были. Да, отпить из фонтана. В бою ваше здоровье восстанавливается. Ну, это уже кое-что приятненько такое читать. Это что такое у нас? Необычный компонент. Опять же, батарея, уже достали эти батареи. И тут у нас какой-то танк. Кажется, это какая-то ремонтная станция, но для ее активации требуется батарея. Стоящий здесь робот отличается от всех, что вы видели до сих пор. Сбоку у него ячейка для ядра ИИ. Возможно, если вам удастся его починить, он будет служить вам. Запуск ремонтного цикла. И? Что ты тут будешь сейчас вытворять? Как ты мне послушаешь? Ремонтный цикл завершен. Приведенный в порядок робот обращается к вам. Приветствую, хозяин, я сотрудник сервиса утилизации, меня называют Сьюзи. Мое единственное предназначение — служить вам. Что вы мне прикажете? Неси мир и любовь. Би-буп, слушаюсь и повинуюсь. Внутренняя ошибка, о нет. Разум покидает меня, я чувствую это. Здравствуйте, приплыли, блин. Покопавшись в обломках Сьюзи, вы понимаете, что в ее конструкции много ценных деталей, которые пригодились бы любому любителю механики. Вам кажется, Сьюзи хотела бы, чтобы они достались вам. Продолжить, конечно же. Так, броня Сьюзи, ядро Сьюзи. Вот оно как даже. Так, а тут у нас что такое? Ну-ка, дайте-ка гляну я. О, вот это уже по мне. Так, по идее, калибрета же должен носить. А, понятно, ребятушки. 11 уровень нужен, а у меня еще пока только 10. А так бронька вроде бы неплоха. Так, давайте-ка вот здесь мы оббежим.
Ой-ой-ой, это что еще такое-то? Хорош, завязывайте, ребятушки. Черт подери, попадают? Ловушка на ловушке, елки-палки, впереди еще роботек этот ходит, а? Так, свобода действий и отсутствие контроля пришлись по душе многим торговцам. Однако со временем в город потянулись опасные личности. Игроки, контрабандисты и воры. Вскоре Хламоград обзавелся не слишком приятной репутацией. Недоверие к партнерам, тайные сделки и атмосфера напряженности заставляли честных торговцев держаться подальше. Для многих из них пошлины Ванселора начали неожиданно казаться вполне приемлемыми. Так, Джаред, история Хламограда. Понятно. Ну, сейчас на меня побежит вот одна... А, нет, не бежит. Давайте тогда... Что это он там расстрелялся? Так, пушкомат и регулятор. Ну, не знаю, наверное, регулятора в первую очередь надо уничтожить. Вам так не кажется? Приток манны. Ну, мне кажется, что... А, да, в принципе, не помешало бы. Восстанавливает. Восстанавливает и магию, восстанавливает также ХП. Ну как, хватит? Говорит Нолан. И я снова готов. Так, ну это хорошо, Гаррисон, что ты готов. Давай тогда приступим с тобой к разбору этих чудиков. Так, 115 увеличит проворность. Давай-ка сделаем так. Ну, а калибретто у нас сила земли. Так, это если мы будем бить, мы будем себе восстанавливать ХП. Давайте вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Как он нам прописал-то хорошо. Тюк. Смотрю, ему понравилось. Теперь, когда мы будем бить этого робота, у нас будут восстанавливаться ОЗ. То есть жизни. Так, огненная буря. Давайте-ка сделаем. Что ты делаешь? Блин, смотрите-ка, ребята, оглушение повесил, причем на всех. Так, Нолан, ты у меня как чувствуешь себя? Хорошо. Давай огненную бурю. Да отвали ты уже от него, а? Регулятор ты достал. Ну-ка, Ся, давайте, наверное, мы с вами... Так, нету у нас могучих приемов, а вот целительное касание. Но помимо него есть у нас дар природы, целительная волна и сила земли. Что будем применять, а? Ну, касание как-то не особо мне впечатляет, так же, как и дар природы. Волна, сила земли. Нет, все-таки давайте целительную волну применим. Так, ну, а ты у меня, Гаррисон, сделаешь, наверное, волну... Может быть, давайте волну ярости. Так, поджигаем. Ну что ж, довольно неплохо. Что он делает? Бомбанул. Слушай, Гаррисон, ты у меня раньше времени, смотри, не отдуплись. Так, калибретто подлечился. Это очень хорошо. Жги. Отлично, регулятор сдох. А вот пушкомат еще стоит. Надеюсь, это было больно. Слушайте, я тоже надеюсь, что это было больно. Но, мне кажется, Гаррисона нужно подлечить. 157 ОЗ. Ну, вроде бы как оклемался. Бомбим. Вот так вот. Какой же он все-таки здоровый, да, этот пушкомат. И еще повесил при этом уязвимость. Хреновенько, ребятушки. Как-то я немножко на это не рассчитывал. Реки крови получи и распишись. Кровотечение ему вешаем. Нолан, что бы мне тебе сделать? Давай-ка, наверное, сделаем лечение общее. Вот так оно будет лучше. Удар под дых? Нет. Надо что-то такое получше влепить. Замечательно. И снова в бой. Ну что, Гаррисон, у нас только с тобой один выбор. Быстрый удар. Ой, как ничтожно мало ты отнимаешь, а? Очень мало. Нолан всех подхилил, это уже хорошо. Опять жарит.
Оу. Так, а вот это уже плохо, ребята. Нужно срочно его отхилить. Целительной волной будем лечить. Так, а здесь у нас остается... Ага, нет, смотрите-ка. Давайте, наверное, мы с вами вот клинок пропишем. Нолан. Давай-ка мы с тобой глянем. Исцеление ран, вешай. Отхилиться, нет? Ну, уже что-то. И еще разок. Все, практически полностью восстановились. А вот клиночек, кстати, от Гаррисона неплохо жарит его. Ну и он в ответочку тоже пульнул не слабо. Так, что мы еще? Можем еще подлечить. Только уже Гаррисона, конечно же. Удар под дых. Вешаем на него уязвимость. То есть теперь мы будем наносить более серьезный дамаг. Хотя это не особо заметно. Ёлки-палки. Но этот все-таки удар как-то нормально еще. Он распределяется между тремя. Не так слишком сильно ощутимо, чем когда он стреляет в одного залпом. Это было несложно. Подлечитесь все, ребята. И снова в бой. Все, осталось малька уже. Получил. Так. Давайте-ка мы ему пропишем бодрящий удар. 104 урона. Все, отдуплился Салабон. Пожалуйста, не вставайте. Говорит Калибретто. И нет, нет, не получают у меня бойцы 11 уровня пока. Тут танк еще на меня, а? Черт подери, огнеметчик. Ну, по-моему, он ватный у нас, да? Погнали, сейчас проверим. Ну, не такой уж и ватный, но довольно быстро мы его сейчас разберем. Хотя, фиг его знает, насколько мы его быстро тут разберем. Но все, по крайней мере, у меня горят. И это плохо. И еще что ли сделает? Да, и еще раз он у нас подпаливает всех. Как тебя звать, интересно? А, бронированный выжигатель. Вот даже как. Ну, пора, наверное, тебе, братан, на металлолом отправляться. Давайте вот так вот сделаем, наверное. Да, заботу. И негативные эффекты снимем. И подхилимся заодно. Все, шикарно. Гаррисон у нас делает выпад, а Нолан делает массовое лечение. Отлично. Так, ну что, Калибретто, давай удар под дых на добивку. Все. Робот свое отподжигался. Ну и очередная победа за нами. Совсем чуть-чуть не хватает до 11 уровня, ребята. Ну, это буквально еще один бой. И он у нас в кармане. Так, что здесь такое? Понятно, опять батареи, а темный металлолом и необычные компоненты. И тут... Что тут у нас? На острове есть только два места, где крупные морские суда могут причалить к берегу. У западной оконечности и у восточной. Западная пристань, захваченная ополчением Ванцелора, стала официальным центром торговли и предпринимательства. Те, кто не хотел мириться с высокими пошлинами и формальными требованиями, обосновались на восточном берегу, в результате чего появился Хламоград. Скопище лачуг, построенных на скорую руку, эти трущобы стали пристанищем множества торговцев, шахтеров и портовых грузчиков, нахлынувших сюда во времена магической лихорадки. Они здесь искали в свое время ману, как вы помните, да? Но якобы она закончилась. Том знаний для Гали мы получили. Угу. И станок у нас здесь, где мы можем с вами крафтить. Механопосох ерунда, это все чушь, чушь, бред. Так, вот, плащ офицера Леснодолья вполне годная вещь, но это у нас для Гали. Ладно, давайте его сделаем, хоть и нет ее в команде у нас, но на будущее мало ли что сгодится. Успех 100%, отличненько, и здесь у нас цепочки до кольца. Причем практически все повышают параметры.
Это для Калибретто и для Гарри вполне сгодится. Стандартная батарея. Для задания какого-то нужна. Ну, вроде бы как и все. Здесь мы с вами... А, нет, вот можно было бы, конечно, боевое одеяние, но... Есть негативные статы, которые нам в данный момент не нужны. Так, где у меня тут? Это для Гали. Угу. Куртка тоже для нее же, да? Да. Так. Тоже для Гали. А что же мы тогда можем сами себе надеть? Ага, вот это вот, да, на Калибретто поставим. Отличненько. Ну, вроде как все. Можно отсюда выбегать, здесь уже ничего хорошего нам не дадут. Так, я вижу... О, тихо, тихо, бандит бежит. Вы тоже это заметили, как он плавненько ко мне подбежал? Если иного пути нет, то тебе смерть. Ха, и это только разминка. Ну, давай, поразминаемся. Вот, как видел, Калибретто у меня очень... любит боксировать на таких вот сопляках, как ты. Да ты что ты творишь-то, а? Снайпер еще к тому. Ну, сейчас мы тебе глазик-то и выколем. Получи. Калибретто, твой выход. Жги. У него разговор короткий, да? Удар под дых и все. А Гаррисон у нас даже не вспотел. Так ему все это казалось легким. Ну, что такое-то, а? Я думал, что в этом бою мы хотя бы уровень получим. Нифигашечки. Не проканало. Давайте вот так вот пройдем. Оу, тут еще и с этой стороны. Так, и робот. Робот бежит, блин. Ой, незадача. Блин, опять нам с ним придется драться. Смотрите-ка, что-то из дома... Из этого дома летит какая-то хрень. То ли пыль, то ли грязь. Ну что, пушкомат, понеслась? Да, понеслась. Так, ну, после этого боя мы точно с вами получаем уровень. И будем уже с вами распределять. Укол. На. Наносит 126 магического урона. Ладно, вот это мое любимое. 141. И 18 от кровотечения. 238 он жахнул. Так, ладно, давайте мы с вами сделаем целительную волну на Нолана. Пока он еще жив. Так, воинский клинок. Пробивание, что? 35, давайте-ка вот так. Я, честно говоря, правда не вижу эффекта, да, он кровоточит. Но почему-то бонус все равно не срабатывает. Почему, пока не знаю. Быстрый удар. Когда же твоя голова-то с плеч слетит, а, киборг? Да, жахает он не слабенько. Надо подхиливаться. Подхиливаться обязательно. Гаррисон будет у меня делать... Нет, давайте мы, наверное, бодрящий удар пропишем. Так. Все, Калибретто отхилился, это хорошо. Ну что мы будем с тобой делать, Нолан, а? Мистическую защиту вешать неохота. Так, заряженный щит. Это 79 урона поглощает. Я думаю, что тоже нам в данный момент это не нужно. Так, могучий прием, зловещее присутствие и приток маны. Ну, тоже не то. Поэтому, наверное, мы с вами сделаем просто ледяное копье. Да, 126 магического урона. Опа! Ну, черт, все-таки лупит. И опять победному Калибретто, а? Все, ребят, мы сейчас должны его добить. Делаем, наверное, удар под дых.
И, наверное, все-таки Гаррисон его добивает. Нет. Ну хоть сгори. А, в принципе, все, сейчас ему хана, ребят. Отдохни маленько и расслабься. Да, мне на толчки иногда приходилось больше напрягаться, говорит Нолан. И вот он, долгожданный уровень. Бронебойные снаряды у Калибретто, а у Гаррисона воинская решимость. Открылись. Это хорошо, так, тихо. Не бомби. Не бомби, говорю. Ай, забыл, что здесь. Так, подождем. Оп. Так, а здесь так мне нужно вот так вот сделать. Сундучок, ребята, я вижу, там стоит. И это хорошо. Вы взяли карту подземелья. Так, откроется? Открылся. Буревестник, мантия мага, леснодолья и значок, считай, из глубинной стали. Причем фиолетовый. Куда вообще тут надо идти? Я не могу понять. Где эта, блин, записка-то? Первая часть пароля у бандита. Найти. У какого бандита? Где он находится? А? Вроде все, оббежали. Так. Так, уйти. Сьюзи нам больше здесь не поможет. Куда идти, пока, блин, ума не приложу, а? Ай-яй-яй-яй-яй, напоролся нечаянно, ребята, бывает. Да что такое-то? Да хорош уже, в самом деле. Вот давайте вот здесь мы сейчас с вами обежим, еще не ходили. Вот так. Подхил, потому что мы что-то тут с вами накуролесили. Да нет, почему не ходили? Мы с вами здесь были. Так, это у нас верстак. Это у нас записка. Странно. Куда же нам тогда надо идти? Неужели я что-то пропустил, а? Вот эта дверь меня немножко смущает. Она почему-то, вот видите, да? Дымит или... Ну, в общем, что-то из нее там... Не знаю, должно так быть, не должно. По крайней мере, мы дверь эту выломать не можем. Ни ударами, ни спецударами. Так, это что? Что это такое? Что мы сделали? Да. Ничего не помогло, все это бесполезно. Да может быть, в конце концов, ребят, дверь просто заколочена, да? И там для красоты все это сделано. Что якобы оттуда кто-то ломится, и мы должны помочь. Хрень все полнейшая. Пробить, как видите, мы не можем. А этим пушкам только лишь за радость вылупиться и начать стрелять по мне. Обломитесь. Я вам не живая мишень. Так, ну что, давайте, наверное, тогда выходить уже отсюда, потому что мы все, здесь уже все бежали и, как говорится, не нашли никакой записочки, никакого пароля. Зря только туда бегал, да? Так, что? Я просто смотрю, все локации вроде как открыты. И все практически собрано. Собирать здесь нечего. Так, давайте-ка, наверное, вот так вот с вами проверим. И все равно тишина. Записка. Ага. Ну, эту мы читали, что типа будьте аккуратны, наведите порядок после себя и еще там кое-какая хрень. Да, здесь он пишет, как ему все-таки было хорошо здесь работать, тихо, никто не мешает. И причем этот гад собирал здесь танки. Вот эти вот механизмы, с которыми мы постоянно деремся. Возможно, это будет какой-нибудь босс.
И у нас тут очередная записка. Да, мы ее читали, поэтому заморачиваться мы с ней не будем. Так, ладно, надо отсюда выматываться. Бегаем, как говорится, взад-вперед, из пустого в порожье. А куда нам нужно точно идти, я не пойму. Просто не особо хочется наматывать здесь пустые круги, тратить свое время. Здесь мы точно были однозначно, я это прекрасно помню, вот эти вот механизмы тут работающие. Рыбалка у нас тут есть, можно порыбачить. Записочка у нас здесь. Малый том знает. А, подождите-ка, мы ее не читали. Капитан, клинок должен быть доставлен немедленно, и мне все равно, сколько кораблей при этом развалится на части. Я даже слышать не желаю бредни о том, что во всем виноват артефакт. Укрепите корабль, сделайте, что там вам нужно, но доставьте клинок на юг. Больше никаких задержек. Если только вы не хотите посмотреть, как быстро обратятся в пепел деревянные трущобы Хламограда от одной искорки в нужном месте. Смотри-ка, они еще запугивают их тут. Так, ну давай, давай, Гаррисон. Давай, наверное, мы... Вниз это будет выход у нас. Я задолбался тут уже по кругу нарезать. Отсюда только одна дорога, это именно вниз. Ну, дверь в любом случае мы не сможем открыть, потому что, вот, смотрите, здесь какая-то звезда. Давайте, наверное, сбегаем в этом направлении и посмотрим, что там за звездочка у нас такая. Неужели мы здесь были, а? Вроде как нет. Двери закрыты, значит, не были. И, смотрите, бочонок. Точно мы здесь не были с вами. Надо здесь все пооткрывать. Так, открыли. Открыли. Ой, меня, по-моему, закрыли. Так, тихо, что здесь такое? За воротами в одиночестве сидит неизвестный вам человек. Вы подходите, и он поднимает голову. За что ты здесь? Я ничего не сделал, меня подставили. Рано или поздно им придется за это ответить, так или иначе. Скажи нам пароль от ворот, и мы попробуем тебе помочь. А, так вот, что вам нужно, ясно. Пока я тут торчу, моя месть не свершится, вы не сделаете мне маленькое одолжение. Я расскажу вам все, что хотите, если вы откроете дверь. Это либо огромная удача, либо серьезная ошибка. Бандит, готовый вам помочь, не перестает быть бандитом. Но такую возможность упускать нельзя, верно? Мудрое решение. Кому попало, его не говорят. Я знаю, что там упоминаются деньги. Больше ничего не знаю, дальше и сами разбирайтесь. А я пошел. Деньги, значит, это нужно запомнить. Он крайне охотно поделился с нами информацией. Да, это несколько подозрительно. Если чему-то можно верить, так это рассказу про месть. Должно быть, это пароль. Опробуем его. Наконец-то мы с вами нашли первую подсказку. И теперь можно возвращаться на самое начало игры. Так, а как мне интересно можно... Пойду-ка я отсюда. Как мне можно, интересно, открыть вот этот вот сундук, который там стоит, а? Опять какая-нибудь хитренькая загадочка, которую, в принципе, можно будет решить. Так, потом мы дергаем рычаг и бежим. Ага, вот оно что. Хитро. Так. Слушайте, по-моему, успею ли я? Опачки. Довольно... Круто это все. Черт подери, а тут-то закрыто. Да ладно. Короче, ребят, здесь нужно очень все быстро делать. Нужно нажать, потом... Так, вот здесь нажать. Рубильник нужно дернуть. Ну все, время потерял. Да. Тут секунда в секунду нужно. Давайте-ка еще разок попробуем. Так. Черт подери, бежать надо теперь. Дергаем рычаг. Нажимаем на кнопку. Так,
Нет, нужно еще тогда на... Блин. Короче, так. Дергаем рычаг. Быстрее, 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 Нолан, быстрее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, малорик, умница. Старичок, а шустрый. Игломок, тут мантия мага Лесноделья. И опять необычные компоненты. Короче, сматываться надо отсюда. А что это у нас тут лежит? Бочонок. Притулился, да? Среди старого хлама. Типа не видно. О, тут-то их сколько. Шикарно. Зелье каменной кожи нашли. А ну-ка, зайдем. Войти, конечно. Опа-на, и что здесь? Так, записка. В подвале мы обнаружили крепко спящего Томаса и настежь открытую дверь камеры рыжей бандитки. На столе осталась пустая бутылка из-под спиртного, судя по запаху, весьма крепкого. Мы растолкали Томаса, и его детская физиономия тут же расплылась в широкой, глупой ухмылке. Увидев опустевшую камеру, он удивился еще больше нас. Но смог промямлить только: «Да чтоб меня!» Как будто не мог придумать что-нибудь получше. Мало того, Томаса нисколько не беспокоило его исчезновение. Ему было просто жаль, что она ушла. На прощание она оставила короткую записку, где вместо подписи красовался след алой помады. «Спасибо за информацию. Босс жутко разозлится, зато Томас хотя бы умрет счастливым. Вилсон». Так, простой том знаний. Что это за кубик такой у нас тут лежит? Куб теплый на ощупь и по-прежнему тихо гудит магической энергией. Под блестящей поверхностью вы увидите предмет, но теперь он выглядит намного иначе. Вот-то. Ёлки-палки. Помните, ребят, я перчатки ложил, а? Фуфловые. Теперь они стали фиолетовыми. Если бы я знал, что... оно так будет, конечно бы я поставил бы туда какую-нибудь лучшую вещь, а не эти дерьмовые перчатки. Так, что же нам делать-то? А, нам нужно идти на начало. Все, ребят, я вспомнил. Жалко, отсюда нельзя как-нибудь по-быстренькому портануться, чтобы не бежать нам этот долгий путь. Но зато мы здесь всех убили, все зачистили, можно бежать без проблем. Вроде бы как правильно бегу, да? Вниз же нам надо. Так, что там у нас заскрипело? Нет, все нормально. Вот, где-то здесь. Точно. Так, нам нужно идти вот сюда, наверх. Так ведь? Я ведь ничего не путаю, блин. Слушайте, или... А, нет, все верно, ребята, вот они, эти ворота. Пароль. Вам известно три слова: приносим, деньги и ром. Каков ваш ответ? Ром приносит деньги? А, по-моему, звучит, да? Ну ведь не деньги же приносит ром. Кто-то вам отвечает: открываю. Значит, я был прав. И куда мы с вами попали? Хм, непонятно пока. Ох, перчатки, жаль, жаль, конечно. Так, применим, давайте-ка. Так. Гаррисон у меня боец, поэтому надо... Погоди, не понял. Ага, любому. Ну, вот так вот. И вроде бы как... Ну да, больше мы ничего не можем сделать. Пойдемте, пока больно тихо. Что это такое? Восстановит здоровье и ману. Кстати, ребята, эта же фигня у нас всегда происходит перед боссом. Значит, сейчас будет босс, получается, так? И кто же это будет? Кто этот герой, который пойдет против меня? Хламоград, город хлама. Значит, здесь какой-нибудь должен быть или робот, или еще что-то в этом роде. Но никак не человек. Так, что тут у нас? Я не могу понять. Ничего нету. А это что такое у нас?
Так. Ничего такого хорошего, ценного у нас нету. Не имеется, блин. Плохо. Да и с деньгами напряженка, если честно. Так. Острые крылышки. Ой, горю. Ребята, я горю. Пукан просто горит, блин, у моих героев. Ой-ой-ой-ой. Черт бы их побрал. И никак не затушить теперь, да? Ну что ж, давайте нажмем. Приветики. Вам не показалось, что попасть сюда было несколько простовато? Типа, возможно, мы сами вас сюда впустили. Стерик, хватит разглагольничать, утихни. Нужно было лишь задержать вас, чтобы успеть загрузить корабль, уходящий к могильной вахте. Кретин, не рассказывай им, куда он направляется. Эй, отцепись уже, я здесь людей пытаюсь напугать. Да прекрати ты уже эту хренотень, недоумок. Ядрёна вошь, вы посмотрите, кто тут стоит. Ой, и сразу бой? Ну и кто же у нас этот красавчик? Голем-пикинёр, вот он кто, ребята. Ой, не нравится мне это все. Ой, как не нравится. 1273 хп, быстрый удар не прокатит. Давайте делать, наверное, воинский клинок. Это, по-моему, максимально, что мы можем ему нанести по урону. Так, что же Нолан? Нолан. Даже не знаю, что он будет просто делать. И вот что, не в курсах. Так, заряженный щит, манна щит. Соточку, да, поглощение урона. Ну, давайте попробуем. Ох ты. Слушайте, Гаррисон довольно неплохо. Так. Ёлки-палки, но помогите уже кто-нибудь, кричит Нолан. Практически на волоске от смерти. Так, давай-ка. Это не то, а вот, наверное. Блин, не хочу. Так, заряженный щит. Заряженный щит. Спасет ли он? Вряд ли. Манный щит. Ну что же, пускай хотя бы так. Плюс подхил. Сколько? 292. Ладно, давно пора. Так, Гаррисон, я не знаю, давай попробуем проворность повысим себе. Так, да? Бодрящий удар. Активирована система отражения урона. Даже так. Ой-ой-ой, чувствую, что-то сейчас, наверное, будет. А может быть, ничего не будет. Может, выкарабкаемся как-нибудь. Так, что мы сделаем? Обстрел. Сколько он там делает? А, 8 выстрелов. Ладно, пускай жарит. О, неплохо. Совсем неплохо. Так, бодрящий удар. Но это для всех. А нам нужно что-то такое посущественнее. Воинский клинок, я думаю, будет для него 368. За удар этот сносит козел, а? Так, ладно, лечи давай Нолан Гаррисона. Вот теперь у них проблемы. Да вот хрен там проблемы, блин. Практически никакого урона мы ему не нанесли. Целительная волна, давайте подхилим. Ой, это что такое? Инициализация контрпротокола. Осторожнее, он готовится устроить что-то масштабное. Черт подери, блин, суперудар, наверное, какой-нибудь сейчас будет лепить. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, манна-щит, херня это все. Давайте попробуем так сделать. На 43 ОЗ. Удар под дых. Вот так вот. Слушайте, он что-то долго не бьет. Сейчас он сейчас зажарит, чувствую. Ох, будет хреновенько. Так, мана щит. У меня висит на всех, кроме
Калибретто. Вот так. Давайте-ка мы с вами увеличить вероятность критического урона всех союзников на 60%. Ой, даже не знаю. Давайте, наверное, повысим себе крит. Нам нужно разбирать его как можно быстрее. Так. Школа Гаррисона сейчас только что была. Это едва дотягивает до тренировки. Слушай, Гаррисон, подожди. Не ори. Мы еще... Что? Что такое? Привожу в исполнение ответный удар. Ёлки-палки. Все? Калибретто у меня отвоевался по ходу дела. Надо воскрешать его. Есть у меня пробирки на воскрешение? Что-то я не вижу, если честно. Вот дерьмо, ребята, а. Да. Подхилить я тоже не могу его. Ну что же, жгем, жгем его. Так, воинский клинок. Подожгли и клинком его пронзили. Ну что, 240 хп у этого робота осталось. Точнее, голема. Пикинера. Ну. Давай, Нолан. Подумаем с тобой, что. В принципе, можно было бы его и добить. Рисковать как-то неохота, если честно. Давайте-ка, наверное, мы с вами его подожгем. Хотя он и так горит. Так, а здесь воинский... Нет, ну не то. Вот так вот сделаем. Да сдохни ты уже, а! 177 хп у него осталось. Ага, 84. Осталось только добить. Реки крови. Давайте хотя бы это сделаем. Ничего же, все равно не теряем. Воу! И прекрасненько. Ух, ребята, не такой уж он и сложный, в принципе. Я думал, будет намного сложнее. Ну так, вата-ватой. Броня из глубинной стали. О. Бой системы. Активация экстренных процедур. Запуск самоуничтожения. Голем сейчас взорвется. Этого нам не остановить. Да и ладно, бежать надо. Система выключал. Он остановил себя? Может, просто повезло? Такое частенько бывает. Да, вояка? Скучали? Я смотрю, помощь вам будет кстати. Моника, ты цела? Разумеется. Приветствую, капитан. Ну что, удобно тебе было в почке? Могло быть и хуже. Постой-ка, так ты знала? Тебе нужно было передохнуть. Я присматривалась к этим неудачникам. Думала, может, удастся корабль угнать. Но, очевидно, нам тут придется задержаться. Придется. Эти бандиты-наемники собирают для кого-то артефакты и не подпускают чужаков к этому острову. Эти гады нас избили. А теперь у них артефакт, который они тащат в место под названием «Могильная вахта». Бандиты, конечно, это неприятно. Но надо найти того, кто им платит. Если доберемся до этой могильной вахты, то вполне вероятно найдем их босса. Моника, ты ничего ценного от этих бандитов не услышала? О, я кучу всего услышала. Босс у них какая-то темная волшебница. Не понять, то ли они от нее без ума, то ли просто напуганы до смерти. Судя по их разговорам, и то, и другое. Кое-кому завидно. Что? Моника, нам пригодилась бы твоя помощь. А, ну ладно. Пойдем искать эту дамочку на могильной вахте. А потом валим с этого булыжника. Ну, как вы поняли, ребята, к нам присоединилась рыжая Моника. И нам задание дали направляться к могильной вахте. Рыжая Моника присоединилась к группе. Очень интересно посмотреть, что она умеет.
Так что давайте как-то отсюда выбираться. Черт, куда? Неужели нам нужно идти опять на лифт и спускаться? Потому что я здесь больше никакого пути не вижу. Хм. Все вокруг да около бегаем. Блин, меня сюда не пускают. Старик, ты бы поддал газку-то, елки-палки. Бежишь, как я не знаю кто. Еле-еле передвигаешься. И здесь тупик. Прибежал, да, называется. В общем, пробегали, просмотрели. Ничего здесь хорошего нет, все. Отсюда высматываемся. Подхила больше, к сожалению, нету. Так, значит, у нас практически вся команда в сборе. Сейчас нам нужно будет перебираться на могильную вахту. Так что все только начинается у нас здесь. Давай, 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 Калибретто. Покинуть подземелье. Давайте-ка, подожди, нет. Нет, нет, нет. Вот там вот, как интересно. Ладно, хрен с ним. Там просто стоит робот. И нетронутый причем. Ладно. Все это у нас будет потом. Сейчас мы выбираемся наружу уже. Ну, а я в свою очередь, ребята, буду завершать этот выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И начнем дальше проходить эту игру. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.